Всем привет, с вами Моби Зестар. Чтобы я не снимаю. Я снимаю. Всем привет. Сейчас повесим. Вот, и сейчас я вам хочу продолжить лесплей свой. Вот. Буду я его длить, пока не дойдет до гигабайта. Вот здесь вот, если вы видите. А нет, до 2 гигабайта. Вот. Даже я вам сейчас вам некоторые покажу. Немного можете освоить, может освоитесь с модом, может быть нет. Вот. Смотрим. Вот. Начнем с этого. Это геотермальный генератор. В нем надо ложить колбочки с этим, как его зовут-то, с лавой. Вот, это Iron Furnace, это железная печка, как вы знаете, вот. Она работает от электричества, от парка. Секундочку. Вот, мы продолжаем. Вот это бэтпэк, бэтбокс, точнее. Вот, здесь накапливается энергия, которую вы делаете в геотермальном генераторе. Сюда вы кладете колбочки с лавой. Вот сюда вот. Она переделывается потихоньку в электричество, да, потом... Вы идете сюда, и здесь наполняется она потихоньку, но она долго наполняется. Вот, сейчас у меня дофига энергии, вот. И когда я вот делаю, например, сейчас скажу, например, я хочу зарядить мор. Вот, и видите, начинает тратиться, а потом обратно возвращаться. Или вот я пилу хочу подзарядить. Тоже вот тратится, а потом заново. Вот. Я не знаю, что тут еще может подзарядить. Ты можешь подзарядить? Нет. Ну вот. На этом сервере сейчас идет стрим один, вот. А вот это дом моего одного друга, у которого нету крыши, его легко загриферят. О котором я это уже говорил. Сейчас я даже ему это продемонстрирую. Допустим, грифер ходит. А, нет, он наделал крышу. Блин. О, холастенько. Так. Снадар. Дом Мобилиан Геймс. Это мой вот. Вот. Это специальный автоматический верстак, который красится вот таким вот образом. Вот. Сейчас я посмотрю, как завтра цистерну и сделаю, пожалуй, цистерну, наверное. Из всего... Что у меня есть, наверное, сделать систему. Так. Я часто не знаю, как этой цистерной управляться. Вот. И даже не представляю. И выходим, смотрите, вот в чем прикол. Выходим, обратно заходим, коп, все. Можно сделать как типа сундук. Что-то типа подобие на это. Так. Вот, берем выглядит в сторону. Вот. Так, идем к лаве. Вот. И вроде как мне надо вот сюда вот, а нет, не сюда. Нет. А, фух, не сгорело. Сюда вроде надо ставить. И вот так вот. Нет, тоже не так. Короче, как-то я вот так вот он ставить, я не помню как. Вот. И в принципе это все, что я хотела сказать. Вот.
что всем пока, с вами был Нубик Няш Мод. Вот. И хорошего дня, вечера, доброго времени суток, короче. Вот, и всем пока.